А вот этот норм чел? Зета, так это кто такой? Бери Зета, да? О, окей. Смерть от незримого клинка, самое верное. Напиши, что я центр. Я ж мидер, да? Он сложный очень. Сейчас разберемся. Собирай его через смертоносность. Да, мне есть чувство, что меня троллят. Вот некоторые советчики 100% меня троллят. Ля, какой он? Ямакаси, ебать! Звездуль. Ебать, пол маны уехал. А, у меня не мана, у меня энергия. Я рога, ебать, из вовки. У него нет маны, я уже понял. 30 секунд до призыва миньонов. А он милишник? Ёб твою мать. Фарм потек. Враг был изейший. Как у нас на Вайте говорили, блядь. Да, плюс-минус понял, как это работает. О, оно еще и... Ебать, я понял, там крестами можно кидать. Я понял, в чем сложность героя заключается. Короче, контролировать надо этот весь процесс. Понял, гайс, понял. Ничего, мы разберемся. Эй, как он мансанул? Эй, блядь, там хорошо должно было по ебалу заехать. 300 монет, блядь, дай сюда! Нам надо до базы пойти, Алик, сюда, парика. Наблюдать за тем, как ты учишься и с большим энтузиазмом познаешь новый гейминг, плюнув на все стереотипы, это отдельное удовольствие и респект для тебя. Приятно видеть, как ты снова ловишь кайфы от игры. Продолжай в том же духе. Добро пожаловать в семью Лиховлехинс и удачи на полях правосудия. Оу, май гад, какие приятные теплые слова. Меня никто не хуесосит, что я пришел. Слышишь, ты дотер, иди нахуй отсюда. Все такие добрые, спасибо огромное. Нет серии убийств. Бля, что так мышка много бьет? Че, ты драться будешь, блядь? Давай нахуй. На мокрых, блядь. На мокрых будем воевать? Бля, ну он меня джибайтит, а то по-любому не новичок. 100%, я вижу. Чили-вили замутим. Бля, вот это приятный герой, кстати, белка эта с пушкой. Я уже научился с этой штукой обращаться. Пизди краба, он безобидный? Зачем? Бля, жалко краба, это пета. Что происходит? Я, бля, запутался в кнопках. Пизда вообще. Какой-то сумбур. Я все скиллы потратил, потом ульт отдал. Что максить дальше, гайз? Да чел, наверное, усыкается против меня, который стоит. Я бы смеялся, если понимал, что происходит. Конец серии. Хелп! Хелп! Ебать ты суицидник! Что это за акс, ебать? Это джиггернаут какой-то. С чего мне ротацию, блядь, начинать? Сначала надо прыгать, как я понял, правильно? Вот мы вот так вот прыгаем. Прыгаем на тень. Ебать, я макаси у мамы. Тихо. Пришел легкий 2. Так, я хочу попробовать комбо. Ей похуй. Я что-то не понимаю, почему еще раз можно нажать эту кнопку?
Давайте зайдем им ебало на отрываем. Что они себе позволяют? Ебать, меня порвало, это? Найс. Ой, отлично. Как я понял, я танкую ебалом. Но если наши поразмениваются, то... Ай, хорош. Сюда иди. Где я, ебать? Я теряюсь, короче, после ультимейта, не понимаю, что происходит. В смысле, блядь, нет. Зачем они сдаются, лол? У нас же не все так плохо. Союзник убит. Можно брать его, блядь, от меня. Help. Ебать, он ему там нанес дэймэджа. Хелп. Бля, я не успеваю это все нажать, ебануться. Мне что-то за секунду разрывают. Я какой-то очень мягкий. Теперь я сдаться хочу, бля. Не, этим персом надо играть, когда более-менее шаришь уже, что происходит. Я вообще нихуя не понимаю. Типа, более-менее под конец начинаешь раздуплять, но я тупо не успеваю это прожать все. В голове пытаешься, типа, как-то сфокусировать комбу, но... О, это я. После Макдональдса. Вот опять этот чел приходит с мечом и отрывает мне ебало. Кто ты? Кто это такой? Вот этот вот хуй или кто это? Это пиздец как больно. С косой такой чел. Ой, вот этот вот, бля. Почему он так больно делает? Дриндамир, блядь. Я его рот ебал, нахуй. Почему так больно? Перефижен мной и перефижены, блядь. Сколько раз я там сдох. Хелп. Сука. В пизду, ебать, когда эта игра кончится? Шреддер. Бля, я думаю, на кого он похож, на туре Шреддер. Плюс-минус понял, ну и пизда. Мамаджан. Мансур? Мансур Андреевич? Ладно. У нас слепой уёбок АФК стоит. Вот это вот, нахуй, цыган с рынка, блядь. На такие же возле подъезда стоят. Под клофелином вот это. Вот тут то же самое, отвечаю. Ваша башня уничтожена. Насмотрятся Ван Дамма, нахуй, по... В
второму каналу, блядь, с рекламами вот это вот. Кровавый спорт. Выходит там поебай. Начинает, блядь, бить в столб ногой. Гольни. Лоу-кики, блядь. Я ничего не могу нажать! Меня просто... Вот так вот смыло сейчас, блядь. Поражение. Для начала включи пока статов твоих... Твоих тонких персонажей, потом бери персов попроще. Да, я не знал, что происходит. Мне сказали брать этого, я его и взял. Наелся нормально так. Попробовал героя, так сказать, да. Так, сыграть снова, мне понравилось. Я готов еще.